Друзья мои, пить или не пить, вот в чем вопрос, о котором мы сейчас с вами и узнаем, сколько и как часто мы употребляем алкоголь. Вперед, за информацией! Скажите, пожалуйста, вы употребляете алкоголь? Да. К чему может привести частое употребление алкоголя? К алкоголизму. Цирроз печени, наверное. Есть знакомые, близкие, друзья, родственники, которые пьют? Есть. Похмелье? Нет. Ни разу не испытывали в своей жизни? Испытывал, конечно. Похмелье когда-нибудь испытывали? Ну да, конечно. Тяжеловато было, да? Да, бывало. И на следующий день, а зачем я пил? Есть такое дело.